Все, ебать, красавчик, заливаем. Алло, слышишь, ты пидор, блядь, я тебя забиваю стрелу. О, братанчик, здорово. А за шо? Ты еще, блядь, будешь спрашивать у меня за шо? Я реально не понимаю, за шо. А, там, ну что случилось? В Инстаграм когда последний раз заходил? Ну, минуты 2-3 назад. Шо? О, блядь, хватит, может быть, уже. Как ты это объяснишь? Охуенная фоточка. А я без тебя, блядь, знаю, что фоточка охуенная. А чего там не хватает? А, так сигареты, пиво. А чего ищу? Больше ничего, все на месте. Так! Я ему, значит, гандону, блядь, все фотки нахуй лайкаю. А он мне чмо, ебать, хуй еще ставит? Что меня отъебасило за какого-то лайка? Братский лайк должен в первые 30 секунд после публикации залетать. Прости, ебать, с кем не бывает. Бог простит. А моя задача устроить вашу встречу. Не понял? Алло, слышишь, дружище, а ты мне лайк уже поставил? Если нет, то я иду к тебе.